темнушки, склады, вот я посвечу еще здесь. Вот, например, кусок заменен, да, а основная труба, вот она ржавая. Я тут понимаю. Видишь, там более интересная картина. Тут все как бы и электрика, да, тут же все подведено. И... Тут, видать, даже такое ощущение, что люди жили, а... Здесь даже какой-то клуб по интересам. Кладовки раньше, видимо, были, да, где хранились всякий хлам? Да, я видела, где маленькие кладовочки у всех были. Ну, так все и осталось. И чего? Это же все пожароопасно, это все же... Но тут я думаю, что к основной жести, потому что там где капает все. Не слышно, что капает. Вот я тоже смотрю. А сколько на чердаке видел, да? Вообще просто. Ну вот тут тоже получается, да? Старые трубья. Ну да, вот я сейчас подумала. Вот здесь вот идет, и здесь течь. Первая. Вот смывают все это вот. Ну вот, типа, вот они здесь первые. Вот они. То есть, Дим, видишь, получается... Я про это и говорит, что это первые как бы, аварийные вызовы это были в связи с этим, потому что они начали прорываться. Трубы старые, вот все это сырое. Откуда-то идет... Вот же а тут так и просто. Ну, я боюсь, тут говорят, какой-то скелет нашли, поэтому я сейчас иду и боюсь, как бы... Да. Я говорю, дом какой-то, его освещать надо, срочно причем. Тут, видимо, какие-то... Ну вот как, это значит, откуда-то же ведь... Ребята, аккуратнее, пожалуйста. А вот это что такое? Что-то вот завинтик такой. Вот он какой-то. Какой-то сливановый, не знаю. И тут вот что-то капает. Капель. Нет, я хочу прям там видеть. Снимаю. Вот оно, вот как бы одно из. Ну да, вот это прям показательно. Дальше-то можно и не идти. Вот наш вот. Вот здесь вот полная воды, вот фигня, видишь, вот дырка. Фокусируется. Ага. Я сейчас для чата тоже щелкну, блин. Как вообще? Прости, Господи. Вот, но оно прям, видишь, оно прям течет по вот этой. Эта вода вот идет, как ты думаешь? Блин, это что? Вот это что вообще?